Добрый день, дорогие друзья! От имени руководства Ассоциации Белорусской Федерации Футбола позвольте приветствовать вас в Доме Футбола на женской и мужской жеребьевках. Ну и по устоявшейся традиции мы начнем жеребьевку среди команд женских команд высшей лиги. На сцену для определения своего порядкового номера представителей женской футбольной команды Минск. Город Минск, пожалуйста. Порядковый номер, номер 4. Узор КБДУ. Номер 5. Надежда Днепр-Могилев, порядковый номер, номер 2. Поворщенко, номер 1. Календарь. Пожалуйста, приглашаем на сцену представителей команды Невы Белкарт Гродно. Номер 6. Университет Витебск. Номер 3. Ну и, соответственно, команда Славянка женская. Я предлагаю вам минутку внимания на экран. Приступим к проведению жеребьевки Белрусбан чемпионата Республики Беларусь по футболу сезона 2015 года среди команд высшей лиги. Пожалуйста, приглашаю для, так скажем, определения своего порядкового номера команду «Динамо Минск». «Динамо Минск», номер 13. Команде «Минск» присваивается номер 6. Следующих попрошу подняться на сцену представителей команды «Шахтер» Солигорск. Номер 4 «Шахтер» Солигорск. Футбольному клубу «Слуцк» присваивается порядковый номер, автоматически номер 11. Футбольный клуб «Батэ». «Батэ». Порядковый номер 3. На сцену приглашаем представителей футбольного клуба «Торпедо БелАЗ». Номер 5. Попрошу подняться на сцену представителей футбольного клуба «Нафтан». «Нафтан». Номер 9. Представители футбольного клуба «Гомель». «Гомель». Порядковый номер 1. Неман Гродно, пожалуйста. Девушки, получается. Неман, порядковый номер 2. Представители футбольного клуба «Белшина-Бобруйск», пожалуйста. Номер 14, «Белшина». «Динамо-Брест», пожалуйста. «Динамо-Брест», порядковый номер 10. Представители «Гранит Микошевич» и футбольный клуб, к сожалению, завалили, да, руководителей. Я думаю, против мы не будем, если доверим это сделать главному тренеру молодежной сборной Игорю Николаевичу Ковалевичу. За «Гранит» вытащить. «Гранит Микошевич», порядковый номер 7. Пожалуйста, на сцену приглашаются представители футбольного клуба «Славия Мозырь». «Славия Мозырь», номер 12. И, пожалуйста, приглашаем представителей футбольного клуба «Витебск». Надо проверить порядковый номер. Дмитрич не обманул. Прошу обратить ваше внимание на экран. Давайте посмотрим, кто у нас встречается в первом туре. В первом туре «Гомель» принимает «Белшину». «Неман Гродно» принимает футбольный клуб «Динамо Минск».
Батэ принимает Славию Мозырь. Шахтер Солигорский играет со Слуцком. Это местное дерби. Торпедо Велас на своем поле принимает Динамо Брест. Футбольный клуб Минск играет с Нафтаном. Гранит Микошевичи принимает Витебск. Всем удачи, успехов в новом наступившем футбольном сезоне.